Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. И сегодня мы с вами продолжаем играть Robux Factory Tycoon. Друзья, это у нас фабрика робуксов. Вы набрали огромное количество лайков. Вам понравился очень сильно видосик прошлый, поэтому я снимаю продолжение вот этой тайкончика. Поехали, друзья. Итак, мы с вами остановились на то, что мы поставили второй этаж. У нас здесь есть два хороших, больших, таких мощных дропера, которые производят нам бесплатные робуксы. Третий ропер, друзья, я не ставил. Давайте мы сейчас заберем наши денежки. Вот, накопились маленечко, накопились у нас 113 тысяч. Итак, ставим третий дропер. Хороший, экстремальный дропер, друзья. Ставим его. Вот, 40 тысяч мы поставили. Я надеюсь, он нам принесет много-много-много денежек. Итак, что мы здесь поставили? Здесь второй этаж, в принципе, мы должны ставить стены. Что еще? Стены, освещение и следующий этаж. Ну, стены нам пока не нужны, нам нужен следующий этаж. Но я не знаю, как он поставится без стен, но неважно, друзья. Так, у нас накопилось уже десяточка. Я думаю... Кстати, на улице я видел одну штучку, которую, я думаю, стоит мне купить. Потом тут гости ко мне захаживают. Какой-то виапанчек. Ух ты. Пистолет. Ассаульт. О, винтовка. АК-47. И что это у нас такое? А, это у нас... То ли снайперка, что ли. Да, друзья, это снайперка. 360 тысяч стоит. Ну, неплохо, неплохо. Ладно, покупать мы пока, конечно, таки не будем. Денег у меня таких нет. Потому что самое дешевое, что там есть, это что у нас? Пистолет. Пистолет 20 тысяч, но обойдемся. Врагов у нас пока здесь нет. Мы забираем наши деньги, а все равно не хватает. Нам нужно, друзья, 75 тысяч, чтобы построить второй этаж. Давайте немножечко поможем. Совсем капелюшку. Кстати, почему-то у меня блоки стали черные. А, ко мне, наверное, кто-то зашел и переключил. Ах, вы ж негодяи, а? У меня должны быть зеленые блоки. Это же мои зелененькие бабосики. Так, 9000. 9000, это уже хорошо. Друзья, парам-пам-пам. Третий этаж, друзья. Третий этаж, next floor. Хлоп. И где он? И где он? Вот это вот. Это следующий этаж. Это что такое? Третий доступ, что ли, какой-то? Стоп, мне не хватает денег. Ух, чуть освещение. Хорошо, что у меня денег не было, друзья. Хорошо, что у меня не было денег. Так, нет, не хорошо, что у меня денег. Хорошо, что я не купил эту штуку. Так, бесполезно. Так, а с этой стороны не залезу. Вот, елки-палки, а? Нужно обязательно с этой стороны залазить. Хорошо. Итак, третий этаж. Access. Хлоп. Вот, построили третий этаж. Правда, у нас стен нет. У нас левитирующий третий этаж. С конвейером. Хорошо. Так, следующий дроппер у нас стоит 50, 70 и 100 тысяч. А что еще? У нас еще выше есть этаж. Конвейер. Еще и на конвейер на 3. Божечки ты мой, ничего себе. Миниган, 15 миллионов, друзья. Обалдеть, обалдеть. Конвейер за 3 миллиона. Робукс лаборатория за 5 миллионов. Эти, мне кажется, цены уже просто какие-то невероятные. Мне кажется, сколько же можно играть в этот... Тайкончик, он, мне кажется, довольно-таки долгий. Здесь можно хорошо время провести. Так, что такое? Rare Spark Time Fedora, это шляпка. Я так понял, Fedora это шляпы. Так, Robux дропперы, Next Floor 200 тысяч. Стены 75. Нет, стены мы с вами строить не будем. Зачем нам нужны стены, правильно, друзья? Какой смысл от стен, если можно поставить хорошие дропперы? Так, 26 тысяч. 26 тысяч, это, мне кажется, маловато будет. Потому что самый простой дроппер здесь стоит сколько? Стоять, не падать, стоять еще раз. Так, чуть стены не купил. Вот неудобно поставили эти кнопочки, конечно. Дроппер 50 тысяч. Друзья, нам нужно собирать срочно 50 тысяч, чтобы поставить следующий дроппер. Если я немножечко помогу. Насколько быстро сейчас у нас будут денежки наливаться? Так, смотрим, 8. Я смотрю, я сильно не помогаю, в принципе. Вот я сейчас клацаю, вот я перестал клацать. 9, 5, 9, 6, 9, 9. Друзья, мне кажется, я сильно я не помог вот этим нажатием, потому что мои блоки стоят где-то около 1-2 робукса. Это очень мало. Но нам нужно как минимум 50 тысяч. Я хочу увидеть, какой же там дроппер у нас будет на третьем этаже. Здесь, кстати, есть еще и четвертый этаж. Я надеюсь, здесь пятого нет этажа, потому что это реально... А кто-то воюет на улице. Кто-то там производит выстрелы на улице. Так, давайте дособираем. Хотя бы мы сейчас один дроппер на третьем этаже. Я думаю, он нам будет приносить намного больше, чем дропперы на первом и втором. Итак, 26. Нам нужно 24 тысячи, друзья. 24 тысячи у нас... Все, в принципе, уже есть. Все, 50 тысяч. Пойдемте строить следующий дроппер. За 50 тысяч робуксов, друзья. 50 тысяч робуксов. Обалдеть. Так, хлоп.
Во какой! Нифига себе, какой здоровый. Ну, надеюсь, он и приносит неплохо. Так. Хлоп. И... Да, я даже не вижу, сколько он приносит. Потому что все внизу там... Смотрите, какое высокое здание. Вот. Мы находимся на каком-то острове робуксов, друзья. Личная фабрика робуксов для Робзи. Так. Мне постоянно какие-то поинты прилетают. Что это за поинты? Я не знаю. Вайп-аут. Что это такое? Двоих я убил. Вайп-аут. Я вообще не знаю, что такое. Кто-то здесь разъездился. А ну-ка... Я сейчас тебе покажу, как тут ездить у меня по крышам. Ты что, обалдел, что ли? А ну, стоять. А ну, да. Вот так, тише. Все. Победа. Победа за Робзиком. Итак. Опять, смотрите, кто-то тут летает на своих мотоциклетах. А ну, все, отошли отсюда. Они там, смотри, гоняются, взрываются. Смотри, он вообще в космос улетел, боже мой. О, я могу здесь упасть? О, могу! Могу, друзья, могу. Так. Конвейер работает. Бабосики. Ничего себе. Так быстро. А как так? Вы видели, ребят? Это получается вот это последний конвейер дает просто невероятное количество денег. Нужно... Ху-ху-ху. Я покупаю вот этот за 100 тысяч. Я, наверное, сейчас спущусь. У меня будет уже куча денег. Ну-ка, давайте проверим. Что у меня здесь? 45 тысяч. Обалдеть, друзья. Смотрите, 10, 20, смотрите, сейчас будет еще 40. Вот теперь можно строить, друзья, все, третий этаж рулит. Покупайте третий этаж и ставьте как можно быстрее вот эти конвейеры, они просто реально супер классные. Это какая-то фиговина. Так, у нас супер крутые дропперы стоят. Осталось теперь еще вот этот купить конвейер. Так, мне нужно, значит, что купить? Следующий этаж... Так, следующий этаж 200 тысяч. Там, мне кажется, изи. Мне кажется, уже там, наверное, 100 тысяч насобиралось. Ну-ка. Да, ребята, 137 тысяч, 157. Смотрите, а мне нужно всего лишь 200 тысяч. Всего-то 200 тысяч на следующий этаж. Боже, как деньги копятся. Как это круто. Вот это да, это мечта. Вот это мечта так робуксы зарабатывать. Было бы так по-настоящему. Ух, вот это бы классно было. Да, ребята, согласитесь? Напишите в комментариях, кто бы хотел так робуксы зарабатывать. Так, следующий этаж. Я поставил... О-хо-хо-хо-хо. Давайте пойдемте посмотрим, что же у нас на следующем этаже. Так, лесенка. Нет, не с этой стороны, с вот этой стороны. Это у нас, ребята, четвертый этаж. А ну, пятого... Нет, пятого этажа нет. Это максимальный этаж. Итак, следующий робикс дроп 500 тысяч, 800 и 1 миллион. Я думаю, они приносят просто такие деньги сумасшедшие, что ни в сказке написать, ни нигде не написать, короче. Так, миллионы, миллионы, друзья. Миллионы, миллионы алых... Зеленых робуксов, друзья. Так, у нас уже 300 тысяч. Сколько там дроппер стоит? 500 тысяч. Друзья, нужно по-любому насобирать на него, потому что он, мне кажется, принесет нам колоссальные заработки для нашей робукс-фабрики. Так, сколько нам нужно? Нам осталось всего-то 90 тысяч. Смотрите, раз, и все, 90 тысяч у нас в кармане. 100 уже. Ой, конечно, вот это... Я дольше забираюсь наверх, чем зарабатываю робуксы. Я зарабатываю робуксы намного быстрее. Итак, отправляемся на четвертый этаж. Тут нам ничего не надо. Стены, так, да, все. Это все для нубов. У нас стен нет, мы без стен хорошо себя чувствуем. И покупаем наш новенький дроппер за 500. О, гоченький. Так, еще один крутой дроппер. Каких-то 100 очей не начислили. Хорошо. Что у нас здесь еще есть? Шляпки, конвейер 3 миллиона стоит. Есть дропперы, смотрите, 5 миллионов, 7 и 12. Я не знаю, сколько они производят, но мне кажется, они производят слишком много. Мы с вами теперь можем купить любое оружие, но давайте сначала, мне кажется, нужно купить. Стойте, у меня 467 тысяч? Или что это такое? Я не понял. Откуда у меня столько денег? Да, 467 тысяч. Следующий дроппер сколько? 700 стоил или миллион? А хотя неважно, 700 тысяч, миллион, плюс-минус, там, да, 300 тысяч робуксов. Вообще не проблема. Так, 62 тысячи, 82 тысячи. Но если на четвертом этаже не такие прям крутые эти дропперы, мне кажется, на третьем этаже покруче будут. Так, нам нужно сколько? Давайте за миллион себе покупать. Дроппер за миллион. Итак, поехали. У меня миллион робуксов. Миллион робуксов, друзья, это офигенно. Так, идем на наш... Я чуть опять стены не купил за 75 тысяч. Там мы сейчас все себе купим, друзья. Мы все себе сейчас можем купить с такими суммами. Так, дроппер за миллион. Легко. Так, теперь нужно дроппер за 800 тысяч как-то купить, друзья. Давайте. Так, сколько у нас насобиралось? 171 тысяча.
А пойдемте себе, наверное, ружбайку какую-то возьмем. А что мы безоружные-то ходим так здесь? Так, АК-47. Вот, я хочу себе АК-47 купить. О! Где он, мой АК? Вот, нормально. А теперь кто на меня? Кто подойдет? О, а я могу взять у него оружие? О, смотрите. Ды-ды-дыщ. У него же снайперка есть уже? Есть снайперка. А могу ли я взять чужую снайперку? Так, на мотоцикле тебе надо подъехать. Быстрее будет. Вон. И слазим. Так, забираем. Во! А, это не снайперка. Это не снайперка, она ушла отсюда. У меня патроны закончились. Опа, все, готов. Нечего тут чужие оружие брать. Мне только можно. Так, слазим с мотоциклета. У меня 115 тысяч, а здесь 590, 700. О, у меня третий дроппер можно ставить. Он же 700 стоит, да, друзья? 700, не 800 же. Мне кажется, 700 или 750. А, я стены купил. Ладно, давайте купим еще стены. Что у нас здесь еще? Давайте вот это все купим, короче, чтобы оно нам тут не мешало. Все, мы все купили одним махом, скажем так. Давайте и тут уже купим себе. Че, мы себе можем позволить? Шляпы всякие, смотрите. Пам-пам-пам, рогасики, крылышки. Крылышки. Я хочу крылышки. Робзик будет с крылышками. Опа, все. Робзик с крыльями, круто. Шлемы, нет, шлемы я себе не хочу. Так, это что такое? Лица какие-то. О, разные лица. Ну ладно, пускай будут. 5000 для нас теперь не деньги, совсем не деньги. Так, у нас уже насобиралась снова сумма хорошая. Можно пойти все-таки поставить дроппер. А то мы отвлеклись на всякие там стены, шмены и все остальное. Так, здесь что у нас? Здесь нам точно ничего не надо. Так, там у нас ничего не ставится. Я надеюсь. А здесь мы должны поставить дроппер за 800 тысяч. Все. С этой стороны у нас дропперы закончились. Что у нас здесь? Стены. Дроппер за кучу-кучу миллионов. И конвейер за 3 миллиона. Друзья, давайте немножечко, наверное, я насобираю. И мы начнем уже, когда уже будет уже много-много денежек. И мы сможем с вами продолжить. Итак, друзья, насобирали мы с вами уже 5 миллионов. Я не удержался и поставил уже следующий дроппер на 4 этаже. Сейчас мы его посмотрим и поставим уже... Вернее, я поставил ленту. А дроппер мы еще с вами не ставили. Поэтому сейчас увидим, какой же там все-таки дроппер за 5 миллионов. Друзья, я копил долго. Я копил, наверное, с полчаса. Уже деньги копятся реально долго. Так, смотрите, я купил вот такой конвейер. Получается, когда бетонная стена. Вот она. Он стоил, кстати, 3 миллиона. Это у нас что, пулемет за 15? Не-не-не. Так, нам нужно покупать дроппер. За 5 миллионов, друзья. Обалдеть. Интересно, сколько он приносит денег? Сколько он, и что он выдает? Выдает такие же кубышечки зеленые? Так, поехал. Сюда проехал и пульк. И скатился вниз. Надеюсь, он попал куда надо. Давайте посмотрим. Да, вроде бы нормально попадает. Давайте посмотрим все-таки, как теперь у нас будут копиться денежки. Здесь у меня трупачок валяется. И 700 тысяч. Ну-ка, поскольку, если он хотя бы по 100 тысяч дает, это будет хорошо, друзья. Потому что мне уже реально не хватает денег. Вот этих. Нет, он не дает много, как бы хотелось. Так, мы с вами что можем сделать? Забрать вот этот вот миллион, который у нас сейчас есть. И что-то мы с вами сможем теперь построить. Построить, что мы здесь не достроили, на каком этаже у нас стены. И еще стены. Так, этаж закончен. Таймфидо. Нет, это не надо, это шапки. Нам не нужны эти. Хотя, давайте все-таки посмотрим, что это такое. Строить, так строить полностью. Хлоп. Ну да, так я знал. Шапки бесполезные. За 250 тысяч бесполезные шапочки купил. Ладно, пускай будут. Не помешают. Так, сколько? 400 тысяч. Маловато, друзья. Маловато. Очень. Он всего лишь 960. Давайте миллион сделаем себе. Вот так вот. Миллион. Так, поднимаемся на 4 этаж. Мы здесь уже все с вами построили. Оружие на улице мы с вами все посмотрели. Все, которое есть. Ну, не у себя, мы у других посмотрели, но мы знаем, что теперь там есть у нас за оружие. Так, здесь у нас, грубо говоря, все есть, потому что мы вот там все можем взять. А здесь у нас что недостроено? Стены. И что еще у нас? Шляпы нам не нужны. Робокс лаборатория и дропперы. В принципе, друзья, мы почти все с вами закончили. Давайте мы все-таки построим вот эти вот стены. Закончим наше здание. Так, еще стены. Ну, а 200 тысяч есть у меня? Все, друзья, все, смотрите, мы построили полностью здание. Сейчас я попытаюсь с него выйти. Так, это у нас не тут, здесь нельзя подать, потому что я застряну в дроппере, друзья. Этого мне делать не сильно хочется застревать. Так, здесь я могу спрыгнуть сюда. Высокое здание, реально высокое. Так, 700 тысяч забираем.
и выходим на улицу. Что у нас на улице здесь есть? Пам-пам. Ну, оружие неинтересно, мы уже все видели. Здание у нас уже построено, какие-то решетки, что это? Все, в общем, наша, друзья, фабрика полностью закончена. Так, что у нас здесь? Давайте заберем, пронесем в следующий этаж. Наша фабрика, друзья, робоксов полностью закончена. Осталось буквально пару дропперов, я не вижу смысла до конца их копить. Когда вы будете играть, пишите, что же там еще было интересно. Ну, я думаю, там просто дропперы и какие-то штуки интересненькие. Ну, шляпа это неинтересно. Единственное, вот робокс лаборатория, что это? Напишите мне в комментариях, что же за штука. А дропперы, думаю, они точно такие же, как и вот этот, который мы стали за 5 миллионов, друзья. Ну все, на сегодня я заканчиваю. Это была фабрика робокса, друзья. С вами был Робзи. Ставьте лайки. Кто не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Хорошее настроение. Спасибо за просмотр. И всем покедова!